Делаем. Знаете, вот этот всплеск действительно эмоций, такого огромного количества невозможно прекрасных женщин. Это человек, который создает много лет и театр моды, и костюмы, и просто, вот, если есть творчество, бизнес и успех женщины, это Лена. Просто добровольное объединение людей, которые ходят и делают добрые дела. Женя Карпов. То, что делаем мы, все вместе. Поэтому наше движение называется «Вместе мы сила». Я занимаюсь флористикой, оформлением букетов, композиций, свадеб. Дима, мне придется жениться. Походил, тут мы уже придумали несколькими людьми всякие проекты. Поэтому не вон, а бог. Спасибо, что пригласили. Это для моря, а это если она пойдет куда-нибудь там в Орию, ей нужно там представлять творческих людей, так что вот это покрутись. Это не просто покрутись. Берете в команду? Легким движением руки. Слышали наш звонкий смех. Ну, соглашайтесь, конкуренции. Обрежили мы на успех. Браво! Браво! Можно помять их немного? Вы, главное, следите за ними, чтобы они никуда не делись. Подуйте на них немного так. Фу. 1000 рублей вас устроят? 2. Обратно. Нет. Она вообще книжник, она собирает книжки, у нее великолепная библиотека, она их часто раздает. Мы часто в этом объявляем подачу, люди приходят и говорят спасибо, что вот мы пришли, там какая-то сумасшедшая книжки раздает. Вот это она. В мои ладони медленно вползала улитка счастья. Так повезло. Сошел с ума. Это бутон зеркальной чистоты, в котором выгляжу моложе. У нас для каждого участника сегодняшнего бала есть подарки от нашей компании «ЕС Замечательный». Опоздавшему голову с плеч, победившему не победить. Присуждаю ему поражение. При малейшем сопротивлении плаха и головы не сносить. Леора делает украшения из живых цветов. Причем эти цветы, можно в них обниматься, мыться. Добрый вечер всем. Ну, я, наверное, самая старая здесь. Да ладно. Если кто-то ищет диджея на свадьбу, на торжество, это Дэн.
Respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu lugar. Мы с Пашей на самом деле познакомились 3 года назад на первом балу. И с тех пор не расставались. Я приняла участие во множестве проектов. Юнисиад — это прекрасный ресурс и для учебы, и для знакомств, для совместных проектов, для роста.